Восстановление пароля Joomla. Рассмотрим с вами один из способов восстановления пароля, и делать это мы с вами будем через базу данных. Восстановим пароль администратора с помощью этого сайта. Для этого, для начала я продемонстрирую. Вот здесь мы, предположим, забыли пароль или не знаем его. Для того, чтобы его узнать, мы переходим в Localhost Tools. Это в случае локального хоста. Если же у вас сайт уже на хостинге, то вам нужно также добраться до базы данных phpMyAdmin. Теперь здесь мы ищем базу данных, которая относится к нашему сайту. Когда я устанавливал сайт, я указал Nano 3. Вот она. И здесь мы ищем таблицу под названием Users, пользователи. Вот. Здесь у нас с вами только один пользователь на данный момент. Это как раз администратор, чей пароль мы с вами и будем восстанавливать. Нажимаю на этот вот карандашик «Изменить». Здесь мы видим множество символов. И тут мы вводим свой пароль, который у нас будет новый. Стираю. Но прежде чем это сделать, здесь мы должны поставить MD5. Теперь ввожу новый пароль, который у меня будет, например, самый обычный. А далее я нажимаю просто ОК. Мне говорят, что затронута одна строка. Теперь перехожу на сайт, обновляюсь. Здесь ввожу новый пароль, который я поставил в базе данных. И вот я вошел в админ-панель, и все у меня хорошо работает. Этот пример был показан на Joomla 3.1.4. В этом уроке мы с вами рассмотрели один из способов восстановления пароля администратора. А на этом урок окончен. Подписывайтесь на новые видео. Всем удачи!